Вот тут детей сюда привезти. Видишь, на скейтах катаются. Там прям целый этот. Ну да. Вот тут скейт-парк в молле. Ой, я хотела поздороваться опять. Привет, Васек, без головы. Итак, сегодня 9 октября 2011 года. Вот как много этих вот штук вот там дальше. Пошли поднимемся. Пойду-ка я поднимусь, чтобы оттуда снять. Покажу просто, что это такое. Вот кто занимается скейтами, пожалуйста. Я бы сюда воды налила, сделала бы большой бассейн. Ого! Я тут была несколько раз, но я никогда сюда не заходила. Даже не поднималась вот сюда, чтобы посмотреть сверху. Туда я уже не пойду, наверное. Или пойти сходить. Странно. Очень странно. А тут эти прыгалки. Ну мы уже почти пришли, пойдем. Не хочешь искать реструм? Вон он. И вот пустой, абсолютно пустой, практически пустой, на 90% или на 95% пустой громадный мул. И вот витрины завешены вот такими картинками, ну, чтобы создать видимость как бы красоты, чтобы убрать видимость пустоты. И вот он пустой, громадина, вот эта громадина стоит красивейший, просто красивейший мул. И все пустое. Тут несколько, я когда приехала сюда, несколько магазинов как бы еще работали. Но потом начались вот эти неразберихи с экономикой. И сейчас практически все пустое.
все пусто. Вот там дальше большая зона для, как бы, для питания. Такое место красивое. Там такие фонтаны. Сейчас я, если я дойду, успею. Все закрыто. Везде вывешены вот эти штуки. Якобы видимость чего-то. На самом деле пустота. Но красивая пустота. Приходи, гуляй, смотри. Тут, там дальше, вот если вокруг обойти, там дальше будут большие бассейны с голубой водой. И рестораны, и кафешки всякие. Ну, кто сюда будет ходить? Вот еще какой-то магазин пытается выжить. Вот он еще пока открыт. Макса Мара. Вот это тоже один из выходов. Называется Фестивал Молл. Очень большой молл, но пустой, потому что рядом он расположен на International Drive. Это самая такая туристическая зона, казалось бы. Но тут так много магазинов. Вот этот Prime Outlet, это городок, состоящий из ну, все магазины, вот все марки мира, что вот все, что есть, все есть в этом Prime Outlet напротив. Тут же рядом с той стороны, там тоже все эти аутлеты. Ну, в общем, магазинов просто море. И, естественно, все идут по той стороне, выезжают на Prime Outlet, а сюда уже ноги просто не доходят. Как бы. Ну, куда столько магазинов? И, естественно, все это стоит пустое. Хотя я же говорю, что если бы я была собственниками этого мула, я просто дала бы такой клич, бросила бы клич такой, что бесплатная аренда, ну, допустим, на 6 месяцев. И, естественно, если бы аренда была бесплатна для кого-то на какое-то время, все равно сюда бы ринулись бы большое количество продавцов, и, может быть, что-то из этого бы получилось. А там, где продавцы, там, где товары, естественно, сюда бы пошли люди. Просто что сюда приходить, если тут ничего нет? Все об этом знают, что тут ничего нет. То есть его надо как-то оживить, реанимировать. Оживить, реанимировать можно только лишь одним путем. Позволить людям работать здесь бесплатно, ну, в смысле, арендовать. Либо за просто минимальную какую-то... Ну, потому что себе дороже будет торговать здесь, конечно, сейчас, первое время. Может быть, полгода понадобится, может быть, год с тем, чтобы... С тем, чтобы оживить вот этот красивый мол. Странно, конечно. Но, тем не менее, все красивенько, все аккуратненько, все оклеено этими картинками. Видимость жизни сохраняется. Вот там вот мол. Фонтан. Ух ты. Ты прошла мимо, он стал стрелять. Отсюда копеечку, подожди. Подожди. Сейчас. Вот хороший, кстати, бизнес. Где-то в хорошем месте, в таком вот. Сейчас я брошу копеечку. Ну давай, доставайся, копейка, давай. Ладно, пятерочку брошу. Итак, вот сюда. Вот она покатилась. Ну, копейку лучше. Это, наверное, 5 копеек, наверное, очень тяжелые. Денег много, слышно, что упали денежки на денежку. 6 центов проиграла. Прокрутила. Так, мы тут... Ага, у вас упало. Называется. Вроде не пила. Да ты посмотри. Все падает. А, у меня что-то эта штука. Ну да. Просто не попадешь. Ну да.
Пустота, пустота. Куда? А пойдем? А ты не любишь Outlet Prime? Очень хорошая штука. Да что тебе все вонючее? Ой, ну что ж тебе все такое нехорошее? Все.